Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Spider-Man, третья часть. И у нас уже преступность пытается скрыться. Ух, ни хрена! Ё-моё! Так, ну я запрыгнул. Это радует. Давайте-ка мы ему капот вынем нафиг. Так, отлично, испортили двигатель и влепим ему по первое число. Чё за звук был? Это чё за звук сейчас был такой? В гудок. Так, ну хотя бы сдали жизнь. За то, что я потратил. Ну что, давайте-ка мы... какую пройдём-то миссию? Так, Горн, Орден Дракона Хвостых. Давайте-ка в Горн пройдем, посмотрим, что у нас там. На этот раз дал какое задание Робби. Что надо на этот раз сфотографировать? Все-таки запросы у них с каждым разом, я заметил, все круче и круче. Так. Отлично. Прыгнули. И забегаем внутрь. Давай, забегай. Ё-моё. Тут, как всегда, работает. Шефа нет на месте. Чтобы его... Кстати, а что у него за газет, мне интересно? Что-то коровы, новое появление паука, таблетки, которые он в третьем фильме принимал. Ну да, все как обычно. Ладно, давайте поговорим. Что у тебя на этот раз? Слушай, звучит как полный бред, но нам тут звонят и сообщают про НЛО над городом. Люди Чего? Видят нечто, и я хочу его снимок. Слушай, ты, походу, докурился. НЛО? Только бы не Мистерио. Мистерио? Ну, если Мистерио, тогда это все, скажем так, объясняет. Вполне возможно, что и Мистерио. Так. Робби сказал, что НЛО в последний раз видели где-то здесь. Сделайте 4 разных снимка НЛО. Сфотографируйте его вертикальные и горизонтальные ускорители. Баражирование, господи, ну и слово, на средних высотах и поймайте момент, когда тарелка отключит силовое поле. Но это же не настоящее НЛО, а? Фоткаем. Так, парящее НЛО. Да, за ним еще погоняться надо. Шустрый. Нифига себе он втопил. Так, ну ладно. Давай. За ним. Будем его ловить. Господи. То ли у Робби, то ли у Питера Паркера глюки начались. Какой-то НЛО летает. Странно. Хотя вполне возможно, что это все-таки Мистерио. Подсуетился. Что-то такое здание интересное, я вам скажу. Это куда я попал? Так. А, вон он. Есть. Горизонтальный ускоритель я его сфоткал. Быстрая какая штука. Да-да, смотрите, как втопило-то, а. Нифига себе. Быстро это мало сказано. Двойную паутину. Отлично. Так. И еще раз двойную, здание есть. Во, здорово. Так, давай. Резче, паутина. НЛО улетает ведь. Так, ну и где оно на этот раз? Так, НЛО на средней высоте. И что у нас теперь осталось? Там какой-то последний вертикальный, что ли? Или я что-то не припомню? Ё-моё, как высоко-то, а? Давай, паутину пускай, пока не разбился. Так. Забегаем. Так. Ну и где ты? Золотце, ты где? Вау! Я тебя не могу отследить. Оно мечется туда-сюда. Оно мечется туда-сюда. Так, сейчас что-то оно сделает. Оно мечется туда-сюда.
Черт. Ух ты, ни хрена себе, как рядом. Она мечется туда-сюда. Так, как же мне тебя щелкнуть-то так? Ё-моё. Зараза, стой! Так. Я не пойму, что от меня надо. Так. Может, пониже стоит опуститься? Давайте-ка опустимся ниже. Нет, ниже нельзя. Ниже, к сожалению, нельзя. Ну что ты делаешь, Питер Паркер, а? Где она? А, вот она. Так. Оно мечется туда-сюда. Так, есть! Вертикальный ускоритель. Пожалуй, фото для Робби уже достаточно. Да я их понащелкал, я там не знаю сколько. Робби с ума сойдет. А Джина Джона Джеймса, ну, уволят нафиг. НЛО стали сфоткать. Приехали. Так. Блин, ну и задание у вас. В конце концов, как было сказано в одном фильме, по-моему, если не ошибаюсь, Тор, вторая часть. Куда приятнее осознавать, что мир куда более безумен, чем ты, да? Так. Вот такое небольшое у нас ответвление. И мы продолжаем наш путь. Вау! Ну давай ты, прыгай ты туда! Есть! Заходи. Ну, что у нас тут? Чё скажешь? Похоже на новую первую полосу для завтрашнего выпуска. Зашибись, еще и пусто. Ничего не написано. Так, этого, короче, мы все выполнили. Давай теперь с ящером разберемся. Что у нас там? Такого страшного. Хотя нет, с ящером нет. Мы лучше давайте-ка с орденом драконохвостых. Скоростное преследование. Во, вот это будет интересно. Выходим. И давайте сделаем прыжок глубокий. Раз, и полетели. Ика. Так. Что за звуки, паучок? Что с тобой? Так. Стареем? По всей видимости, стареем. Так. Беги. Он уже по стенам еле-еле бегает. Давай ты, ё-моё. Вот так вот. Вот мы и пришли. Что у вас там за это? Походу, Шрёдер какой-то нарисован. Из черепашек-ниндзя. Вы чего там шарахаетесь? На! Нифига себе. Смотрите, что делают, смотрите, что делают, а! Ё-моё, статуя выпала. Не каждый день такое увидишь. Но мне приходится. Ну, куда деваться? И еще раз. Так, давайте-ка мы тебя раскрутим. На! Есть. Да чтоб тебя! Ух, нифига себе, они сейчас его убьют так. Есть. Так. Смотрите, что делают. Какой-то мне... комбо-атаку хотят провернуть. Ну, давайте бонусную атаку сделаем нашу. Все. А, нет, еще один остался. Раз, с ноги. Кстати, прикольно. Так, как он так вообще бьет? Смотрите. О, чувак, они забрали мой фургон. Мне так стрёмно. Не беспокойтесь. Их след даже слепому видно. Нифига себе след у вас. Так, ну-ка. Во. Нормально, подсвечено. Хорошо, я даже вижу, куда все это идет. Вон туда. Так. Куда дальше? Налево. Нет, прямо.
Пока прямо направо теперь. Потом налево, судя по тому, как оно лежит, да? Да-да, вон оно. Двигаемся в верном направлении, однакось. И... Так, вон еще вижу вдалеке. У вас, ух, ребята, а у вас квитанции тут на все это есть, а? Взять его! Взять его! Сейчас посмотрим, как вы возьмете. О, черт! На! Вау! Эти драконы хвостые дерутся, что надо. Одной атакой закончился. Рад, что оказался рядом. Зачем им эти старые изваяния? Да хрен его знает. Понятия не имею. У нас была наводка на это ограбление от одного старика, антиквара по имени Чен. Но больше он нам ничего не сказал. Может, стоит найти его? Возможно, стоит. Ваш рейтинг опять вырос, конечно. Паучий свинг кик. Что это такое? 7 плюс 4. Ух ты! Кстати, прикольная атака вот эта вот. Раз. То есть на ходу делаешь. Либо взлет вот такой можно сделать, апперкотище, либо свинг кик. Да, ну и название придумали же. Так. Безумный подрывник. Ну давайте безумного подрывника возьмем. Что ж теперь? Раз с драконохвостами мы так разобрались, тогда безумный подрывник у нас на очереди. Ускоряемся. Ну, блин, перебирает ее мои лапами своими. Так. Сохранение прошло. Здорово. Взлет. Так. Вот тут у нас и подрывник, собственно. Посмотрим, что у вас тут за задание. Привет, Бетти. Привет, Пит. Мистер Джеймсон хочет тебя видеть. Паркер, кабинет ко мне! Что он и сказал? Мне нужны фото для завтрашней первой полосы. Здание догорает, и Человек-паук удирает. Но он ведь спас всех людей. Чего мне нравится паук, мистер Джеймсон? Он же хороший парень. Такие не продают газеты! Джеймсон! Привет, Джона. У меня для тебя сенсация. Завтра утром этот город обратится в гору пепла. Кто это? И откуда у вас мой прямой номер? Этот город раздавил меня. Настало время расплаты. Я разместил в подземке бомбы, и через несколько минут Манхэттена не станет. Алло, алло! Только этого мне сегодня не хватало. Очередное мочилово. Итак, юноша... Паркер! Надо, да, найти эти бомбы. Тут, по-моему, круче всех переводчик постарался, когда озвучивал Джона Джеймисона. Ну, реально. Вообще, конечно, тут просто словами не передать, как говорится. Это надо только видеть и слушать. Ладно. Отправляемся. Это, скажем так, продолжение нашей самой-самой первой миссии. Которая только была, когда только начиналась. В самой-самой первой серии. У нас теперь отдыхать есть свинки. Отдыхать некогда. Ой. Ой. Станция. Знаете, вот эта станция не ностальгию вызывает. Потому что я помню, раньше играл... Еще была одна старая игра «Человек-паук». Тоже по фильму сделана была. Так вот, на этой станции был классный бой с одним из злодеев. Ну, что у нас? Так. Сюда спускаемся. Ну, ладно. Спустились так спустились. Что ж теперь, даже под землей все сделали, шевелись, постарались. Паук. Так, вау. Давайте прыгнем на поезд. Да не скользи ты по нему, а просто на него прыгни. Восстановим нашу зарядку. Так. Во! Что это он? Смотрите, у него джетпак. Похоже, это один из тех типов, что пытались взорвать здание. Пойду-ка за ним. Так. Давайте посмотрим. Так. Вот, спустились. Есть. Есть! Ух ты, ништяк свинкик работает.
Вообще просто божественно. Нифига себе. На, атака сверху. Погнали. Черт. Вот из-за тебя он улетел куда-то. Смотрите, смотрите, какая миссия творится. Есть. И свинкик делай. Ты что, ты не туда делаешь. На. Так, и на тебе, все. Похоже, эта комната была у них стартовой точкой. Может, остался какой-то след, по которому я найду бомбы. Вот, так. Очень плохо. Они расставили бомбы по всей подземке. Ай-яй-яй. Даже здесь. Ё-моё. Все ломается. Так. Так, давай. Смотрите, они активируются. Так, где она у нас? Вот тут вот, понял. Так, отлично. Отлично, быстрее, быстрее, быстрее ползи. Так. Аккуратненько. Да чтоб тебя. Есть. Ё-моё, сколько тут бомб, а? Отлично. Такие дела. Но поблизости как минимум одна бомба. Надо найти ее. Где она? Нифига себе. Ух, ёй. Ё-моё. Тут реально серьезная бомба, друзья. Погнали, пока она не бомбанула окончательно. Так. Давай ты, ёб твою, налево. Так. А, мне дальше надо. Ой! Слава богу, я увернулся. Их нужно обезвредить. Так, ну, вот она. Открывай. Я не могу поднять эту плиту. Может, воспользоваться одним из поездов? И как же это сделать? Уверен, один из поездов метро может сдвинуть плиту. Как бы только соединить их. Нифига себе, поезд исчез. Здорово, и как же их соединить? Я уж точно не сильнее локомотив. Хорошо, что он тут, под рукой. Так, ага, так, обезвреживаем, откручивай давай. Так, двоечка, крути, крути, крути. Я сейчас представляю, как бы я на клаве это все делал бы, все кнопки бы отбил бы нафиг. Так. Открутили. Что у нас тут? Включите выключатели и штуковину так, чтобы ток дошел до кнопки. А, ну крижу, понятно. Тут все просто. Угу. Так, а здесь еще? А, здесь все? Ну хорошо. Такие дела. Но поблизости как минимум одна бомба. Такие надо найти. Дела. Вот такие дела. Прыгаем. Интересно, почему ты не лазишь? Почему же ты не лазишь у нас здесь? Так, что такое? Не канает. Назад говорит. А, вон что надо сделать. Ну понятно тогда. Ломай ты его нафиг. Так. Перекрыли воду. Ну тогда понятно все. Че, вниз? Наконец-то. Теперь-то я доберусь до бомбы. Где она? А, вот. Ну давайте обезвредим. Так. Давай жми, 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 жми. Проверь, получится ли у тебя нажать все кнопки в правильной последовательности. Время имеет значение. Есть. Тут все просто. Предельно просто. Так. Давай.
Погнали! Есть! Есть! Еще раз! Куда мы только движемся? Еще одну бомбу обезвреживать? Забавно, так ногами сейчас перебирал по рельсам. О, ребята, тут знатно осели. Так. Смотрите, поезда загоняют. Ладно. Ой, а там точно бомба. Надо обезвредить. Так. Тогда. Ух ты, нифига себе ты. Есть. Да лупи ты ему конкретно, чтобы он... На, свинкик. Ого, это что это я в воздухе сделал такое? Какую-то воздушную торпеду. Так, бомба. А тут поезд. Так. А, надо выгнать, короче. Все просто. Сейчас выгоним. Так. Ну и чё? Ага, загнали. А теперь давайте выгоним этот. Еще раз. Ну-ка, давай-ка. Получилось? Так, ну должно получиться. Да, отлично, выгнали его. Давайте обезвредим теперь. Так, бомба. Сами догадайтесь, как поступить. Да все просто, две кнопки одновременно. Видишь, что блок беспрепятственно доходит до цели. А, ну. То же самое, что и со стрелочками. А что так медленно идет? Ну видите, все прошло. И нажимаем кнопочку, чтобы обезвредить. Что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он запустил. Как рогатка прямо. Нифига себе, скорость его аж стягивает. Смотрите, все щемятся в рассыпную. Надо как-то остановить поезд. Так. А, ну все, цепляемся. Цепляемся. Цепляемся, цепляемся, двоечка, двоечка, троечка, троечка, единичка, двоечка, 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 троечка, единичка, троечка, двоечка, двоечка, четверка, четверка, ёпта, единичка, двойка, четверка, единичка. Офигеть, ё-моё, вот разминка-то для пальцев в правой руке, а. Нифига себе ты, здоровый. Фу. Ни хрена себе, она что, заминирована была? Паучий шар. 3 после любой атаки. Миссия выполнена. А ну-ка дайте-ка я атаку сделаю. Раз, раз, раз. Так. Ух ты, штопор вообще, это что-то новенькое. Ладно, ну думаю, друзья, мы здесь на этом закончим. Закончим и продолжим с вами в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцен, не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется, обязательно комментируйте, а также не забывайте заходить в группу ВКонтакте, ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!